вистави Євгена Куліка. Я чомусь, я трошки перед історією розповіду, як уявляли, що чомусь я до цього не бачив картини ягоної «Евфросиня Полоцька». Вот вона там виявлена зі свічкою в руках. Ну, я так би уражений, що... Вершина устерши ночь непроглядная ляжит затемненных часов середнявечша, однак скрозь змрок затепленная свечка продвестем золку недалекого горыть. Одна скрозь змрок затепленная свечка продвестем золку неодменного горыть. Друкарской фарбой ще не пахнуть псальтыры, на Грунвальд не мчить погоня горда. Христос на шлях не ладить под городней, а свечка близковкой у будущей горыть. Христос на шлях не ладить под городней, а свечка близковкой у будущей горыть. Меня желатею только суджена отплыть у неумиручасть величной Софии, а у юных стигмат шарницы Евфросинии. И мы на свечка молитовная корыть, у юных стигмат шарницы Евфросинии. Свечка молитовная горыть. И праздня годы, войны ты стагодзи, святло неотказное на нас находись. И просто годи, войны и дня, дня стагодзи, святло неотказное. Ходить.